Доброе утро, дорогие телезрители! Ну что, давайте приготовим незамысловатый, легкий утренний салатик. Для его приготовления нам понадобятся помидоры, чем больше, тем лучше. Если не боитесь есть с утра лук, будем использовать и его. Кроме того, сыр твердых сортов. Ну и у нас будет к салату совершенно необычная, но очень пикантная заправка. Итак, начнем. И еще, если есть зелень, зеленые листья салата, а сейчас самая пора, все это стоит довольно недорого. Кроме того, полным-полно зелени в наших с вами огородах, если таковые есть. Я думаю, что зелень, чем больше ее в салате, тем более утреннем салате, тем лучше. Чем более разноцветные, разнообразные по вкусу продукты у нас будут, тем больше бодрости и хорошего настроения они вызовут у вас, наши дорогие телезрители. Итак, у помидорчиков все ненужное необходимо удалить. Далее, посмотрите, нарезаем их небольшими ломтиками. Лучше, если помидорчики будут не очень крупные, ну а если они из собственного огорода, только что сорванные, подрумянившиеся под южным солнцем, просто красота. Если нет собственной грядки, подойдут, конечно, и купленные на рынке или в магазине, но эффект немножечко уже не тот. Итак, небольшими ломтиками нарезаем наши помидорки, они отправятся вторым слоем. Укладываем их сверху наших салатных листьев. Порядок совершенно не важен, пусть у вас будет творческий беспорядок. Если есть с утра время на то, чтобы выкладывать какие-то узоры, делать какую-то необычную, необыкновенную красоту, если есть настроение, можно поступить и так. Но мы делаем все на скорую руку и очень-очень быстро. Итак, еще что нам понадобится? Тертый сыр. Посыпаем наши помидорчики. Обратили внимание, наверное, что я пока еще не солила наш необычный, а может быть и очень необычный салат. Вот сейчас пришло время приготовить заправку. Оливковое или подсолнечное масло. Сюда же щепотка соли. Ну и еще один ингредиент – это горчица. Добавляем буквально 1 столовую ложку. Теперь необходимо нашу заправку, заливку, как хотите, очень тщательно перемешать. Можно, кстати, еще немножечко добавить перчика. Вроде бы обычные продукты, но заливка, приготовленная вот таким способом, совершенно необычным делает обычный вкус помидоров. Попробуйте, вам обязательно понравится. Что нужно сделать? Не очень хорошо соединяются эти продукты, но нужно немножко постараться. Если вдруг вы не сделали с утра утреннюю гимнастику, вот вам, пожалуйста, способ поразмяться, проснуться, ну и немножечко взбодриться. Итак, заливка практически готова. Можно поливать наши помидорчики. Посмотрите, какая получается красота. Горчичный, красный, зеленый, желтый цвет. Все это сегодня есть в нашем необычном утреннем салате. А какой он вкусный, какой необычный, обязательно попробуйте. Тем более, что готовится он буквально в течение 3 минут. А это самое то, что нужно с утра, чтобы не отправляться на учебу, работу или по делам голодным. Итак, приятного аппетита и хорошего дня!